Всем привет! Не был здесь с прошлого года. В том году в октябре хорошо здесь половил окуня на отводной поводок. Прямо вот здесь на выходе. Сейчас посмотрим, что здесь есть на микруху. Забросил под самый берег. Камыши, сразу поклевка на падение. Приехал я на это место в надежде половить на микроджиг окунька, но в итоге с окунем дела обстояли не очень, а вот небольшие шнурки то и дело отковали мои приманки. Достаточно лишь было положить оснастку под урез противоположного берега, как тут же на первом падении случались поклевки. Поправим резиночку, попробуем заново бросить туда. Есть. Положил приманку в 30 сантиметрах от камыша. Сразу же на падение уверенная поклевка. Злой щупак. Сработал джик-рик. 4 грамма. И типси в 13 цвете. Клевка, поклевка опять же здесь. Слева от меня я увидел поваленное частично в воду дерево. Некоторые его толстые ветки явно прослеживались под водой через поляризационные очки. Решив проверить это место, я в течение 10 минут потерял на нем сразу несколько приманок, пока не нашел небольшой прогал в ветвях. Что-то было непонятно. Сейчас поставлю ярко-оранжевого рака и в коряге. Просто там щучка пасется. Сейчас произошла поклевка окуня. Исход. Как только он сошел, похоже, его отковала щучка. Прям в коряге, в корче.
Щука за кило. Поводка нету. Завела. Не за кило. Схватил за краешек. Как ее взять теперь оттуда? Ума не приложу. Обрезала. Вот для чего нужен поводок в таких местах. Сейчас он там в кустах. Такая рыбеха плесканулась. Мама, не горюй. А? Шнурки прыгают. Понятно. Первый же заброс и обрыв. Ондатра, что ли, дохлая? И крыса. А. Фу. Фу. Сошел. Сильный боковой ветер не дал половить толком на выходе из протоки, и я решил наведаться сюда в следующий раз, уже с более тяжелым комплектом. Чешуя. Это был не окунь. Шнурок стоит. Вылетел.